Теперь о хорошем, о нужном, о полезном. Спасибо. Буду ждать подходящего вебинара. Перечислил на ваш телефон 500 рублей. Банкомат взял комиссию. Бродскому на дрова или Боднару на лечение. Распорядитесь сами, куда нужнее и удобно технически передать. Сын наш столь мало отправляет, но больше не помню. Да ваши 500 рублей важнее, чем миллион от какого-то миллиардера, который это самое, он мог перечислить на ремонт собора Парижской Богоматери, когда наша страна в нищете загибается. Вот это ваши 500 рублей важнее. Спасибо вам от Бродского. Я уже ему сообщил. Еще я хотела добавить, а мы раньше не жили богато, времена какие-то ошибка веселые. Вот. Еще я... Самое обидное мне что, вот этот дикий грабеж идет. Какой грабеж? Ведь человек сам, будучи неопытным, будучи где-то наивным, я говорил, нашу страну погубит наша именно доверчивость. Ведь придет на рынок, ну навешивает лапшу, ведь охотится, и он... Пятый-десятый раз, потратив деньги, а в сумме это миллиарды, опять купит то, чего никогда не станет саном. Вот. Так, теперь я хочу выделил вот это. Извините, что высказался, спасибо за 500 рублей. В те годы источник знаний был один – присадебное хозяйство. Так, что все научные агроприемы, да, там доктора и кандидаты печатались, ежегодно осенние обрезки, чуть ли не ополовинивание деревьев, все только на кольцо, осенние заливы, все у нас бурно процветало, сейчас все деревья загибаются, 15-20 лет, это предел жизни. Это еще те, тогда еще стандарты были, ГОСТы вернее, вот, это еще те, сейчас вообще какие 15 лет, сейчас один год не живут. Это предел жизни, преподобные технологии в нашем регионе, это загибается, это последнее. Сейчас пытаюсь начать все заново. Растут сеянцы из ваших косточек Бродского, саженцы Латинкова, на весну же саженцы Сергея Железова. Так вот, знаете как, вот чуть-чуть вспоминайте эти письма. Ну, дядя Ваня, если у вас то же самое, повторите, как вас научит этот самый дядя Ваня, саженцы Сергея сгниют все 100%. Вот, если повторите. А вот там, где вы помните, там у одного там далеко до воды, у другого даже песочек, там может. Там действительно. Хотя Ленинградская область. Вот. Но что касается представительного хозяйства, я зачитывался этим журналом. Зачитывался. Я брал его в руки, у меня руки тряслись. Если бы я тогда знал, я потом приходил, когда я уничтожил своими руками, ладно, поэтому у меня было... Белый налив. Его убить-то невозможно. Но убил, как я отрезал нижние скелетные ветки. Вот. На кольцо, конечно. И мне в голову не приходило, что я убиваю. Вот. И я уничтожил два пепина. Это такие были чудеса. Пусть мелкие плоды. Урожаи были. Это 20... Молодые деревья. По 20-30 ведер. Я не знал, что с ними делать. Я на рынке ни разу не стоял с ведрами. Вот тогда было. И мы все их, всем Саяногорском, плюс Черемушки, плюс Майна, уничтожали сады. Все до единого, все. Представляете? Вот что такое представительное. А это я считал тогда глоток воздуха. Вот. А потом что было? Господи, когда я начал печататься, когда они... Как это выглядело? Туда, в редакцию приходили письма, еще не было интернета. Еще и телефон-то не каждый там мог позволить себе по междугороднему позвонить. Пошли, а вот вы пишете, а жаль, запишешь, это смертельно. А вот какую ненависть я у них вызвал, какую провокацию они устроили. Вот несколько недель придумали Железова виртуального, моя фотография. И сколько в его, это самое, в его текст якобы Железова, мой якобы, сколько грязи, а люди это удивлялись, да что такое, да как так? Это все на сайте. Ну, те, кто говорил, это не Железов писал, они банят или как там называется. А те, кто и все, а ради чего? Вот. А потом скандал, это же не тот Железов. И вы знаете, они это не стерли мое возмущенное письмо. Вы что там привели, кого, Железова? Вот это было.
Нет, им нужен был скандал. У них 2 раза увеличилась посещаемость. Это было... как здорово они придумали. И мне заодно отомстили. Я одного понять не могу. Как можно жить с этим? С мыслью, что ты учишь уничтожать сады. Как можно жить с этим? Но ведь там же отвечать придется. Или тоже, как все эти самые... все похоронили, и ты уже не это самое, ни за что не отвечаешь. Ошибаетесь, ребята. Потому что я-то лучше всех это знаю. Так. Николай, о, кстати, Николай, привет. Доброе время суток. Вы меня не знаете, но я смотрю ваши видео. Валерий, нуждается ли в русской помощи? И тут же звонок. Я специально не стал убирать его. Ничего не убирать. Вот как было, так было. И вот он мне звонит. Вот. Но я написал, естественно, а вот второе письмо, смотрите. Я написал, естественно, да, Бродский нуждается в помощи. А потом звонок. 1000 рублей хватит? Я говорю, да вы знаете, конечно, ну, вы, может, последний от себя отрываете. Вот, все неизвестно, кто больше помощи нуждается. Вдруг он говорит, так, нет, Бродский больше нуждается. Высылаю 5000. Приходит 5000. А мы до этого, вот помните, выше письмо я уже благодарил, там, кто 500 рублей прислал, вот. И вдруг я говорю, спасибо за 5000, а то мы собрали всего, на тот момент было 6, на полмашины дроп. И вот получилось уже 7, и присылает 5, проходит, ну сколько прошло, да в этот же день. Вот через 2 часа пишет, повторил. Можно сказать, что я первый раз незнакомому человеку помогаю. Еще 5, итого 17. Я вам докладываю всем, кто переживал. Не каждый мог выслать даже 100 рублей. Но переживали, спрашивали меня. Ну как, собираются деньги. Вот. И вот получилось, вот она получилась. 7000, видите, и плюс 5, и плюс 5. Я звоню Бродскому, говорю, а у меня 4 дня не работал компьютер. А меня уже потеряли, кстати, привыкли, что я всегда... на посту. Вот так. Я звоню Бродскому, говорю, извини, компьютер не работает, но сообщаю. 17 тысяч. Из них 7 Николай. Вот этот Николай. Вот. Из них 10 из 17. И Бродский расчувствовался, говорит, я теперь не только дрова куплю, но еще останется на лекарство. В общем, я перед вами отчитался. Вот. Теперь. Значит, здесь продолжим. Значит, я письмо адресовано, пришло ко мне, но адресовано Юрию Васильевичу. Нас как-то не разделяет. Значит, вас, Юрий Васильевич, поздравляю с днем рождения, с праздником. Так, это Воронежская область. Знаете, я, ассоциация такая. В Воронежской области хозяйничал на Росошанской станции очень-очень-очень серьезнейший садовод, настоящий полковник, в смысле настоящий ученый, Сычев Александр Иванович. Вот, и однажды он мне написал, у него была страшная трагедия, уже был ноябрь плюс, декабрь плюс, январь плюс, и сразу мороз, потери были страшные. Вот, представляете? Вот так. Хозяйничаем. Это у меня одно на этот счет. Бери больше, кидай дальше. То есть бери больше косточек, семечек. И окажется, что не все погибают. Вот так вот. А то, как вспомню, пришлите 3 косточки, мне надо 3 дерева. А зачем мне больше? А я обижаюсь. Почему у меня минимальный заказ 40? Вот. Но я говорю, что ставить раскладушку на почте... Ой, вы бы видели это. Приходишь всего-то, приносишь 5-8 посылок бандеролей. Собирается толпа. Меня сзади сверлят взглядами злобными 5-10 человек. Я потом болею, натурально. Пусть у меня большое биополе. Вот, потому что ждет толпа, когда меня обслужат. Вот отсюда и мое желание. Вот. А я это к чему говорю? Потому что... Все вопросы по черенкам, видите, это к Бродскому. Нет, ко мне, по моим черенкам, но у меня там 10. Вот, иногда могу меньше, но надо со мной договариваться.
Вот. Пересылка не меньше 10. Так, у Бродского, по-моему, не меньше 50 штук, потому что ему еще труднее, чем мне. Вот. И все вопросы по черенкам Бродского к Бродскому, а то задают их почему-то мне. Теперь, вот, интересное наблюдение, вот буду наблюдать, есть то, то. Я это пока пропускаю. Почему я это письмо выделил? Я же писем получаю в 10-20 раз больше, чем мы с вами. Все невозможно физически. Вот. И прочитать даже все трудно. Привил за кору 3 черенка. Внимание! Это мои находки, и получается, люди это подтверждают. Меня удивил результат. Он наглядно показал правильность вашей железом теории относительности, теории относительно части черенков для прививки. Я взял низ черенка, среднюю и почти самый верх. Из нижнего черенка выросли две ветки по 68 сантиметров. Из средней части два побега 40-60, а из верхней вырос один побег 30 сантиметров. И это еще не самое главное. Побеги из нижней части рано сменили окрас листьев и сбросили их. Средние на 2 недели позже начали сбрасывать. А из макушки стоят зеленым листьями до последнего. Знаете, когда я придумывал, я вначале так хаотично мог взять прививку делать на самом низу побега, середки побега. Мог взять привой, то есть ветку, которую прививаю, из нижней части уже привоя и средней части. Редко-редко иногда из верхней части. А потом думаю, не дурак ли я, когда появляется это самое, нижняя ветка, почки, нижняя часть, будущая метровая или там, ну, допустим, метровая. Ну, наверное, весной, а середка, наверное, летом, а верхушка, наверное, во второй половине лета. Ну, чё ж, не понять-то, а зачем тогда все это, сотни источников пишут, берите середины. Вот он, видите, чем позже, тем это, позже сбрасывать листья. Спасибо. Только, пожалуйста, этот ответ по черенкам. По моим, да. Сейчас я вам отвечу только по своим. Я знаю, как трудно будет Бродскому, как трудно найти человека, который сразу 50 черенков у него купит. Не меньше, учитывая, что ему трудно даже одну посылку собрать физически, да? А вопрос прямой к нему. С моими черенками гораздо проще. Вот. У нас после резкого потепления, сегодня была этот самый дождь, перешедший в пургу, сейчас на улице снег, вот, перешел на минус, минус 4, и завтра уже будет минус где-то 10, и послезавтра я начинаю нарезать черенки, и число 15 у меня будет хотя бы понемногу всех сортов. И прошу вас числа 15-го заказать каталог. То есть я всех футболю на 15, на 20. Вот. Не хочу халтурить, жду, когда запустят до конца деревья, нарежу черенков. Числа 15-го вы мне закажите, даже не черенки, а пока каталог. Там все условия. Вот это я хотел сказать. Вот это письмо меня на это натолкнуло. Вот. Здравствуйте, уважаемый Валерий. Я вот на такие письма говорю, я отвечу на вебинаре. Попробуй.